Сделайте ваш выбор в пользу вашей необычной, эксклюзивной, нетривиальной спальни. Вот такой вот принт, он неповторим. И хранит тепло рук художников. 12 оттенков, я спрашивала, Олечка. Как вы создаете, девочки, художники, там их 6 человек, девчонок, они сидят и создают, вдохновляясь тенденциями моды, вдохновляясь летом, любовью, хорошим настроением. Они говорят, мы используем 12 цветов всего основных, растушевываем, делаем что-то невероятное, чтобы действительно цветы распускались на вашей кровати. Это необычно. Необычно еще и потому, что заказывая сегодня комплект постельного белья белой ромашки, вы получаете флисовый плед в подарок. Вот ваш подарочек, он ждет вашего звонка. И какого бы размера вы не выбрали постельное белье, подарок вы обязательно и однозначно получите. Мягкий плед. Звонки бесплатные, собирайте корзиночку заказа на 2990 рублей. У нас последний день действует акция по сниженной бесплатной доставке. Ты знаешь, Юля, ромашки. Мне кажется, это сразу ассоциация с Россией. Ой, и с Россией, и с детством, конечно. А вы что представляете, глядя на этот принт? Наверняка, как гадали в молодости многие, да, любят, не любят, но все любят красоту и все любят качество. И арт-дизайн работает именно на это, чтобы ваша спальня была и уютной, и красивой одновременно. Постельное белье вы сможете выбрать на любую кровать. Размерный ряд расширен, не каждый производитель тоже это делает. И полутораспальный, и двухспальный, и евро, и также комплект семейный, он будет с двумя пододеяльниками каждой полутораспального размера. Цельнокроенная простыня, не однотонная, а именно тоже вся утопающая в ромашках. Ой, хочется, ну-ка, чтобы цветы нас окружали. Подожди, Юля, я проверю обязательно, чтобы простыня была без швов. Вы посмотрите, ни одного шва нет. Абсолютно цельнокроенная, а значит высококачественная. Ну, мы насмотрелись уже на дизайн, теперь хотелось бы все-таки еще раз вернуться к качеству. Я выбираю для себя натуральный. Я предпочитаю постельное белье только самое лучшее. Правильно делаешь. Особенно, Олечка, в преддверии жарких дней. Я надеюсь, мы их все-таки дождемся. А то что-то дождик нас тоже уже немножко замучил. Так вот, если вы хотите высыпаться по-настоящему с комфортом, конечно, я вам рекомендую спать на хлопке. Натуральные ткани дарит максимальный комфорт, потому что хлопок дышит. Но в данном случае здесь батистовое плетение. А для батиста арт-дизайн использует только узбекский длинноволокнистый хлопок. И вот эта поверхность, для того, чтобы сделать ее мягенькой, ведь хлопок разный бывает, вот тактильно очень приятно. Вот чтобы добиться этого результата, используются особые технологии, проверенные веками. Батист пришел к нам из Индии много веков назад, еще в средние века он был известен. Это ткань, которая обладает невероятным уровнем легкости и прочности одновременно. Итак, это комплект постельного белья из чистого хлопка. Это батист, и это уникальный дизайн от арт-дизайна. 999 рублей. Вот пойти сейчас в магазин и попробовать что-нибудь найти за 999 рублей натуральное, из чистого хлопка. В дизайнерском исполнении невозможно, а мы вас радуем и балуем. Еще дарим подарок, это плед. Плед флисовый, мягкий, очень приятный. Забирайте сейчас из прямого эфира комплект и получаете подарок. Но комплекты у нас есть полутораспальные, двуспальные и размеры евро. Ты когда сказала, Юля, про батист, некоторые сомнения у меня возникли, потому что в памяти всплыла мамина батистовая кофточка. Мама всегда говорила, Оля, не трогай, ну, пожалуйста, не надо. Давайте, она тоненькая, она нежненькая. Ну, и она воздушная такая была. Действительно воздушная. Насколько прочная, это что-то постельное белье. Ах, вот ты к чему ведешь. Да, действительно, ткань легкая, она просто невесомая. Вот невероятно мягкая, но за счет того, что хлопья, волокна, хлопушки вот нашего хлопка обрабатываются на производстве специально глицерином. То есть, да, когда Жан-Батист Камбре делал по индийской технологии эту ткань, он делал в подвалах, хлопок наполнялся влагой и приобретал эластичность. Сегодня эластичность придается за счет глицерина. Это уникальная технология, гипоаллергенность придается полотну и крепкость. Вот хлопок, обладающий эластичным эффектом. Это важно именно для сохранения самой ткани. Она практична и крепкая за счет этого. При невесомости, понимаете, как соединяются качества? Крепкость и облегченное полотно. Вот, все-все, что мы с вами мечтали, искали, мы нашли для вас в комплекте постельного белья «Белые ромашки». Я поздравляю всех, кто уже успел оформить свой заказ. Особенно поздравляю Марию Константиновну, которая заказала 4 комплекта постельного белья для всей семьи. Юля, у меня вопрос.
Подходит ли это постельное белье маленьким детям, аллергикам и людям с чувствительной кожей? Абсолютно для любого члена семьи подойдет постельное белье белой ромашки, чистый хлопок, самый натуральный, самый гипоаллергенный материал. Что уж там говорить, если из хлопка делают, Оля, даже муку и косметику. Хлопок едят, наносят на лицо и на нежную кожу. И, конечно, делают из него самое лучшее, высококачественное постельное белье. Но речь идет, когда мы говорим о безопасности постельного белья, Олечка, не только о самой ткани. Еще и поговорим давай о красителе. Вот это очень важно. Это важно. Я бы не хотела утром проснуться в ромашечках. Да? Тогда давайте проверим. Пятнах. Конечно, я тебя прекрасно понимаю. Очень насыщенный рисунок, да, особенно очень. Наши желтенькие серединки. Угу. Есть совершенно простой способ, как это проверить. Влажная марлечка, сейчас я ее вот так, просто обычная смоченная в воде. Выберем самую красивую желтую серединку. Угу. Нужно еще давление моей руки и нужен горячий утюг. Ой, какой у тебя не просто горячий, Юля, он раскаленный. Но он на максимальной у меня стоит температуре. Мы сейчас с вами чуть-чуть вот так немножко, ну, пострессируем, что ли, да, так. Постельное белье, стресс-тест такой сделаем, краски. И проверим с вами, насколько краситель выдерживает. Смотрите, не дает разводов. Абсолютно. Угу. То есть, конечно же, ну, вот вы видите, это все в прямом эфире. Мы проверяем для вас вот так, напрямую. А теперь еще лаборатория качества наша. Я приглашаю вас туда. Смотрите, что мы сделали. Мы вскипятили обычный комплект, который где-то вы на рынке могли. Уже потекла краска. Вы видите, розовый становится. И с другой стороны, постельное белье ромашки, которое выдержало натиск 100-градусной температуры. Качественный гипоаллергенный краситель нового поколения Art Design использует, поэтому вы точно будете уверены, что ваша пижамка и нежная кожа не окрасит. Вы представляете, вы получаете качественное постельное белье, которое проходит неоднократную проверку. Красители гипоаллергенные, не линяют. Еще вы получаете потрясающий плед. Вы получаете роскошный выбор для вашего дома. Плед приедет к вам абсолютно бесплатно, успейте его заказать. Какая расцветка приедет к вам, я не знаю, это сюрприз. Но в любом случае, это очень приятно. Подарков у нас количество ограничено, успейте, дозванивайтесь. И напомню, комплект постельного белья всего лишь на один день получил самую доступную низкую цену 999 рублей. Учитывайте, что это чистый хлопок, что это батист, это натуральное сырье высокого класса и эксклюзивный дизайн в ромашках. Звонки бесплатные. Набирайте наш номер телефона прямо сейчас. Ведь у нас уже ажиотаж на линии. Я хочу, чтобы вам обязательно достался и подарок, и комплект постельного белья. Да, постельное белье само по себе подарок. Поскольку это эксклюзивная летняя коллекция, то, конечно же, это замечательный подарок вашим близким. Дарите здоровье, дарите легкий, комфортный сон вместе с нашим спецпредложением дня комплектом ромашки. Чистый хлопок, эксклюзив от бренда Art Design. Ловите шанс на ваш уют и комфорт. Итак, 999 рублей, чистый хлопок, ограниченная партия и подарок – приятный мягкий флисовый плед. Не упускайте своего шанса.